подарил. Он снимает это видео. Вы так шикарно выглядите. Вы знаете, мы приглашаем всех тех, кто находится рядом с городом Франкфурт, на наш спектакль сегодня. И желаем вам фантастического настроения и шикарной недели. Чмоки-чмоки. Здравствуйте! Сегодня Светлана пожаловала к нам на консультацию на предмет решения вопроса по утяжке с лицом. Да. Светлана у нас достаточно публичный человек, много выступает на сцене, общается с публикой. Естественно, нужно, чтобы лицо было красивое, молодое, презентабельное. В общем-то, да. На эту тему мы сегодня общаемся, будем решать, каким образом нам лучше поступить, как лучше провести операцию, какой тип операции выбрать. После съемок постоянно мне подходят эти костюмеры, говорят, там, хотите? Ну да, если хотите. Я так пару вещей выкупала после съемок. Овощи. Сыр. А я брала вверх. Точу болгарские перцы на немецкой земле. Своими сибирскими зубами. Вставными. Из Сибири, да? Конечно. Родилась Сибири. Там и там показывают вас. Mm. О, да. Я тебе красивый желтый фон. Шикарно, а? Красный перец. Красный перец на желтом фоне. Угу. Что может быть лучше? Ты знаешь, это новая пьеса Уильямса. Есть... Красный перец на желтом фоне. Уильямса. Прекрасный, красивый зрительный зал, Штатхалле, город Фюрт, сегодня ждет всех вас на спектакле «Семейка Фанни».